Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как приготовить вино. Когда-то я уже снимала подобное видео, но сегодня я хотела бы сказать, наверное, о тех ягодах, которые уже не годятся для того, чтобы приготовить из них компот либо варенье. Так получилось, что я не смогла вовремя собрать ягоды. И вот у меня вот это малина, а вот это поречка, красная смородина. Малина уже такая была мягкая среди... Были хорошие ягоды, ну и такие мягковатые. Можно было, конечно, сварить варенье, но я не стала. И я решила сделать вино. 3-литровая банка, литр ягод. Растолкла их обычной толкушкой для картошки и насыпала сюда 400 грамм сахара. И добавила столовую ложку лимонной кислоты. Поречки у меня было где-то 700 миллилитров. Также растолкла, добавила около 300 миллилитров сахара и добавила не целую столовую ложку лимонной кислоты. Банка у меня 2-литровая. Теперь я свои банки закрою обычными капроновыми крышками и поставлю на 21 день гулять это вино. В общем, закрою потом. Значит, ставлю на 21 день. Еще перед тем, как ставить, вот так помешать надо наше вино. И потом, как пройдет 21 день, я вот эти крышки сниму и добавлю, закипячу воду, остужу ее и добавлю 500 грамм сахара. Далее до плечиков 2-литровой банки, до плечиков 3-литровой банки я добавлю вот эту воду с сахаром. Надену перчатку, предварительно проколю в ней пару пальчиков. Далее будет стоять вино где-то около полутора месяцев гулять. Перчатки наши опустятся. Нужно будет попробовать, если по сахару нормально вино, значит все, оно готово. Если кисловато, то добавить немного сахара и пусть оно продолжает гулять. Как перчатка опустится, вино ваше готово. Вы процеживаете его, разливаете в стеклянную тару. Ну, а потом на какое-нибудь мероприятие употребляете. Так что, если у вас есть какие-то ягоды, которые не годятся для того, чтобы приготовить варенье, либо сварить из них компот, ну, может быть, они постояли несколько дней, приготовьте из них вино. Вы же ничего не потеряете. Получите довольно вкусный напиток. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока!